Сегодня появилось какое-то даже видео, которое там держали год, но сегодня там его вытащили. На самом деле здесь опять же прослеживается политическая конъюнктура, которая использует вот этот трагический факт, трагические события в своих интересах. Я сразу могу сказать, значит, мы были в Сирии, с нами в Сирии были наши коллеги, журналисты, которые практически все события провели, большую часть событий в Донецке. Это Антон Степаненко Первого канала и Артем Григорян. Значит, с ними мы долго разговаривали. Они были на этом месте, на месте Боинга, буквально через 30 минут. Они достаточно оперативно работают. Я очень много разговаривал. Они показывали мне кадры, показывали то, что они снимали лично, то есть я имею в виду в оперативных съемках, которые, может быть, не вошли в сюжеты, но, тем не менее, они существуют. Фотосъемки, значит, с их слов очевидцев, и это подтверждали многие, значит, Боинг был сбит, поскольку он был прошит практически осколками, и внутри, значит, он увидел в том числе и людей, которые находились внутри, значит, расплескалась кровь по обшивке самолета. Это говорит о том, что на высоте кровь, если она изначально идет, то она сворачивается и не будет такого эффекта. То есть, по мнению очевидцев, по характеру повреждений, был сбит с воздуха ракетой. Сегодня я вижу эти подтверждения, которые сегодня говорят официальные власти. Сегодня и Донецкой Народной Республики, и мне нет смысла им не верить. Потому что то, что сегодня говорят и ракета БУК, сегодня уже разные версии выстраиваются. Но я все-таки придерживаюсь той версии, которую слышал от непосредственно очевидцев. Все характер повреждений — это расстрел Боинга на высоте, которую его опустили диспетчеры, на 7 тысячах, по-моему, на 6 тысячах его опустили. Это расстрел с воздуха самолетом. Но я сейчас слышал по радио мнение экспертов, что это был не Су-25, а МиГ какой-то там, и был сбит израильской ракетой. Это уже мнение специалистов, которые я сегодня слышал по радио. Но мое мнение, что это он был сбит самолетом однозначно, либо это была очередь навесного орудия, которое было, либо это было ракета. Но это точно, абсолютно сбит был с самолета.